Привет всем-всем-всем. Смотрите, какая необычная посылочка. Что-то похожее на тубус. Но, правда, написано стикер на стену. Посмотрим, конечно. Откроем. Ну, потерялся. А нет, нашелся. Ага. Тьма непроглядная. Постарались ведь, а? Можно вот так, конечно. И что сделать-то? Надо как-то надрезать, а ножиков нету с собой. Будем ножницами. Аккуратно. Не повредить. О, котеночек. Ага, понятно. Что можно сразу сказать? Кот непослушный какой-то. Он не разгибается нифига, не хочет. А, в общем, что задумал продавец? А у вас есть, допустим, розетка или выключатель, да? И поэтому вот он такую форму имеет. То есть у вас вот здесь розеточка или выключатель. И вы приклеиваете над ней. Создается впечатление, что он на ней сидит. Это, например, когда вот там ночники выключают, там еще где-то свет выключать. Вот, это вот такой вот котяра. Из приятных моментов черный, прям очень черный. Не черно-серый, как иногда бывает, а вот такой глубокий, насыщенный черный цвет. Смотрите прикол про кота. Хотел наклеить, показать. В итоге, что получается? Ничего не получается. Они вот отдираются вот так вот, как бумага. И не клеится никак. Вот сейчас специально покажу. Может быть, конечно, намочить надо. А, подождите, сейчас я намочу. Попробуем. Потому что это, не знаю, не вариант, как клеить-то. Намочил. Пробуем. Я с обоих сторон намочил. Тут и тут. Может быть, это тут кроется-то. Подоплека. Естественно. Сейчас. Тогда все будет. Вот, осталось от кота чешуя да борода, такая вот рифма. В принципе, наклеил, на видео снял, покажу. Вот, сам кот прозрачный и стену за собой не скрывает. То есть, если вы хотели залепить какое-нибудь пятнышко или еще что-нибудь, то есть, тут надо что-то другое будет смотреть. Вот, ну, еще сфоткаю, покажу, естественно. В принципе, на данном про эту наклеечку все. Кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всего вам хорошего. Пока-пока.